Привет, вы на канале Ремонт Apple Алматы, с вами Марк, и в этом видео я сегодня вам покажу апгрейд. Будем ставить SSD Apple-овский за место DVD-привода через адаптер KD. Вот, это получается предпосылка к предыдущему видео, где я снимал диагностику. У нас получается MacBook Pro A1278 AMID 2010 года, 13-дюймовый. Вот он наш адаптер KD. И будем ставить родной Apple-овский яблочный SSD-шник. Итак, приступаем к разбору. Мне вот самому очень интересно, какая будет скорость у этой модели 10-го года, если мы будем ставить за место DVD-ROM наш SSD-шник. Вот. То есть любые действия с компьютером в первую очередь отстегиваем шлейф батареи. Все, сейчас я просто возьму и вкручу наш SSD в KD адаптер. Вот. Далее выкручиваем вот эти три болта, которые держат наш оптический привод. Аккуратно отстегиваем шлейфа, чтобы они нам не мешали. Вот. Вот они, три болта, они держат наш оптический привод. Аккуратно отодвигаем этот. Еще также можно будет выкрутить сабвуфер. Раз. И два болта. Все, он у нас выкручен. Отстегиваем его и убираем. Вот. Все, оптический привод снят. Смотрите, тут на KD нету дырочек, поэтому мы их будем делать вручную на глаз. Примерно как по линейке будем ставить, выкручивать и уже просто пластик протыкать. Вот. Сейчас я вам покажу на ускоренном видео, как это будет выглядеть. Заменил я на нем термопасту, почистил от пыли плату. И довел до того состояния, на чем мы остановились. Итак, мы сделали вот эту штуку, прикрутили ее. То есть я использую обычное шило, просто дырявлю, по диаметру оно совпадает в пластике. Ставим наш KD в эту часть и также прикручиваем на три болта, которые у нас идут. Сперва мы средний, не до конца, слегка прикручиваем. Потом остальные мы полностью фиксируем. Закручиваем до конца. После того, как у нас здесь уже вставлено в пазы, ставим наш сабвуфер аккуратненько. И закручиваем. Большой болт сюда идет. И маленький шел вот тут. Все, далее собираем наш компьютер и начинаем ставить операционную систему. Устанавливаем операционную систему методом образа. Вот. Ставим на нее Sierra, на наш компьютер 10-го года. Так как система стоит на SSD, вся производительность будет за счет SSD. Вот, все готово, выполнено. Теперь мы просто
Выключаем компьютер. И можно уже будет загружаться. Включаем, соединяем внешний носитель. Нажимаем кнопку Options. Выбираем нашу серу, нажимаем Enter, и вуаля, вон какая быстрая загрузка. Сейчас мы еще систему, сейчас я быстро пройду регистрацию, настрою, активирую и уже замерю скорость. SSD наш поставлен, это можно будет отдать хозяину, владельцу компьютера. Вот. По тесту на скорость SSD, учитывая, что мы сейчас поставили Toshiba, у нас должно быть примерно 170 и 200. То есть на write у нас должно быть 170, а на read у нас должно быть 200. Тут 200, тут 170. Проверим. Да, в принципе, да, параметры устраивают. Что мы поставим сюда диск, что туда, скорость будет одинаковая. И там у нас стоит SATA 2. Вот. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, если у вас есть вопросы. С вами был Марк. Пока-пока, до новых встреч.